Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. И я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. Отправляетесь в отпуск? Не забудьте заглянуть на выставки, которые расположились на самарских вокзалах. На первом этаже аэропорта Курумыч до конца лета работает фотовыставка, посвященная авиарейсу Самара-Хельсинки. Уникальные природные, архитектурные, спортивные памятники, характерные для Финляндии. На фото. Работы выставляются в зоне выдачи багажа внутренних рейсов. А в галерее прилета работает экспозиция, посвященная достопримечательностям Самары и природе Самарской области. На железнодорожном вокзале на втором этаже открыта фотовыставка «Самарская Лука. Четыре времени года». В эту субботу непременно стоит выбраться из Самары в Сызрань. А все потому, что там пройдет фестиваль «Сызранский помидор». Карнавальное шествие, ярмарки, экскурсии просто нельзя пропустить. В этот день на праздник едет специальная электричка. Есть экскурсионные пакетные туры на любой вкус. Ну а для тех, кто соберется отправиться в Сызрань на томатный фестиваль своим ходом, совет. Обязательно еще загляните в Сызранский Кремль и в Краеведческий музей. августа в субботу в 7 вечера в музее Модерна пройдет мероприятие, посвященное экспрессионизму в искусстве «Ночь экспрессии». Гостей ждут кинопоказы с экспериментальной озвучкой, загадочные декорации в стиле кабинета доктора Каллигари, возможность поучаствовать в экспрессионистском мастер-классе и концерт самарских музыкальных коллективов. Кино «Под открытым небом» в загородном парке приглашает на вечерние показы. Начало при благоприятной погоде без изменений в 21:30. В эту субботу фантастическая драма «Библиотекарь», а в воскресенье комедия «Старперцы» с Робертом Де Ниро и Майклом Дугласом в главных ролях. Не забудьте захватить плед и горячий чай. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения.